Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Здесь мы ежедневно говорим о звездах и обо всем, что произошло в мире любимого российского кинематографа. Не забывайте подписываться, ведь каждый день появляются свежие новости. Невозможно поверить, несмотря на череду печальнейших событий и уходов в российском шоу-бизнесе, то, что произошло сегодня, по-настоящему обеспокоило и встревожило поклонников, ведь за один день ушли сразу три замечательных артиста. Буквально нет сил рассказывать подобные новости, ведь так жаль людей, которых знала и любила вся страна. К огромному сожалению, сегодня утром мы сообщали об уходе знаменитого актера Виктора Котова. Не успели поклонники пережить эту новость, как новая печальная весть об уходе актрисы Валентины Малявиной потрясла Россию. Для многих это стало настоящей трагедией, ведь ее знали по многим фильмам, а фильмография насчитывает около 42 работ. Подробнее об этих потерях вы можете узнать в предыдущих наших роликах. И вот, к сожалению, третья печальная новость за сутки. Стало известно о том, что навсегда ушла ярчайший российский и советский продюсер и сценаристка Светлана Икрамова. Весть о ее уходе рассказали в Союзе кинематографистов. Ее называли высококвалифицированным редактором, сценаристом, который внес значительнейший вклад в развитие российского кинематографа. Мы приносим искренние соболезнования. Каждый день на этом канале говорим о звездах. Не забывайте подписываться и берегите себя.